Во время прямого эфира Наталья Комарова приняла участие в эстафете в поддержку югорских олимпийцев. Запустить флешмоб любителей спорта предложил 9-летний сургутянин Николай Крылов. К слову, недавно мальчик попал в Книгу рекордов России. С борцовского мостика он выполнил 30 переворотов через голову. Приняла эстафету. Дальше передаю их ее югорчанам. Пожалуйста, дорогие земляки, болеем за наших, да? И желаем вам всяческих побед и замечательного настроения. Не заболеть, ни в коем случае не болеть. Флешмоб поддержали чемпионы летних Олимпийских игр в Токио. Максим Храмцов, Альберт Батыргазиев, Заурбек Сидаков, а также призер Олимпиады Артур Найфонов записали видеообращение с пожеланиями своим землякам перед стартами в Пекине.